хороший из бирюзы. Это для моей сестры. Вы можете красиво завернуть их? А у тебя денежка есть? Вот этого хватит? Знаете, я хочу сделать подарок для своей старшей сестры. С тех пор, как умерла наша мама, сестра о нас заботится, помогает. И мне так хочется подарить ей что-то красивое, чтобы она улыбнулась. Это все, что у меня есть. Держи. Только неси аккуратнее. Здравствуйте. Здравствуйте. Эти бусы были здесь куплены? Сколько они стоили? Ну, любое изделие в моем магазине – это договор между мной и клиентом. Но у моей сестры было только несколько монет. Это же бусы из настоящей бирюзы. Это нам не по карману. Она заплатила самую высокую цену. Больше, чем мог заплатить любой взрослый. Она отдала все, что имела. Она хотела, чтобы вы улыбнулись.